Празднество началось еще до захода солнца. Толпу разжигала гоу-гоу танцовщица. И хотя казалось, что прохладное лето должно было поставить крест на вечеринках под открытым небом, не тут-то было. Нефтекамцы — народ горячий, да и в танце согреваться намного проще. Сегодняшнее мероприятие можно назвать первым опен-эйром в этом году. И судя по погоде и по рекламе, это, наверное, пока единственные летние дискотеки на открытом воздухе. А все знают, насколько молодежь любит такой вид отдыха, тем более летом. В качестве фишки сегодняшней дискотеки – это пена. То есть несколько лет уже в городе не было пенных вечеринок, а это такой, наверное, атрибут любого опен-эйра. Танцует все в своем жару сегодня на танцполе. Здесь и сейчас, сегодня ночью. Мы готовы, Нефтекам? На славу постарался и диджей. Знакомая музыка 90-х заманила в парк много народа. С выбором главный по пластинкам явно не ошибся. Танцевальные ритмы 90-х пришлись по вкусу отдыхающим нефтекамцам, причем всех возрастов. На танцполе веселился и старый млад. Музыка 90-х очень весела, людям нравится. Вспоминают свои прошлые года, очень весело танцуют, подпевают песни. Хлопья пены добавили настроение танцующей толпе. Веселье не утихало до поздней ночи. Организаторы пообещали, что это далеко не последний опен-эйр этого сезона. Тем более, что жаркие летние ночи в скором времени наконец начнут нас радовать. Богатой будет и дневная жизнь парка. К примеру, уже в эту среду слева от большой сцены запустят фонтан. Торжественное открытие состоится в 19:00. Резида Садридинова, Денис Кузнецов. Время новостей.